Добрый вечер. Мы сегодня находимся в атмосфере красоты города Брянска. И хотелось бы перед просмотром кинофильма «Лес» задать несколько вопросов нашим посетителям, которые к нам пришли. Это Юрий. Здравствуйте. Вот. Хотелось бы узнать, какие вы ожидаете впечатления увидеть в фильме в самом. Только, пожалуйста, чуть-чуть погромче. Ну, я как бы ожидаю там увидеть. Это же мистический трейлер. Вот. Ну и хотелось бы увидеть уровень. Несмотря на то, что кино любительское. Типа Тимура Бекмамбетова, да? Да, типа того. Экшн прям такой. Ясно. А можно услышать ваши вот напутствующие слова перед просмотром фильма? Что вы можете пожелать? Ну, я хочу пожелать всей съемочной группе дальнейших успехов на работе. Хочу пожелать, чтобы когда-то вышли на профессиональный уровень, чтобы снимали такие фильмы, как Бекмамбетов снимает, или там Михалков. И, ну, успехов вообще всем-всем, там, операторы, режиссерам, актерам. Спасибо большое, Юрий, приятного просмотра. Здравствуйте, мы находимся в атмосфере красоты, и вот перед нами очень симпатичная девушка, которая пришла посмотреть на фильм «Лес». Вот, хотелось бы узнать, как ее зовут. Ирина. Очень приятно. Вот. И мы хотели бы задать несколько вопросов Ирине перед просмотром этого фильма. Вот. Что вы ожидаете увидеть от фильма? Вот, и какие приблизительно ваши впечатления сейчас? Знаете, наблюдала за фильмом из его представления все время, что мы хотели увидеть, поскольку я здесь не живу. И по поводу ребят тоже. Они мне рассказывали, показывали свои первоначальные эскизы, варианты. И мне все это безумно очень нравилось. Я сама пыталась принимать участие, и я жду от этой премьеры чего-то очень хорошего, очень светлого. Хотя это тренер, но я ожидаю, что он выполнится просто гениально. И я, в общем, желаю вам удачи и в дальнейшем, и в вашей дальнейшей карьере, и в ваших дальнейших фильмах. Спасибо большое, Ирина. Очень приятно. Вам также. Здравствуйте, мы находимся сегодня в атмосфере красоты. С нами сейчас находится очень интересный, известный человек нашего города, вот, Оля Карапетян. Вот, хотел бы задать ему пару вопросов по поводу просмотра фильма «Лес». Что вы думаете, какие у вас ощущения в плане перед просмотром фильма? Добрый вечер, Павел. Я ожидаю в первую очередь увидеть работы, которые произвели земляки, брянцы. Даже не ожидаю именно результата какого-то очень кожаного фильма, сам же процесс, то, что сняли люди с города, в котором я живу, очень интересен. Все-таки работа земляков, какая бы ни была, да, нет, тем более в Брянске, когда этим занимается мало кто, какой-то прогресс должен идти все время хоть пошагово, начиная с чего-то малого, и чтобы прийти к чему-то высокому. Вот. Если брать так именно, да, смотреть, то город, если на региональном, да, или на российском уровне, мало кто представляет таких сфер организационных, в сфере кинематографа или каких-то еще подобного рода деятельности. От фильма я ожидаю, что будут интересные сцены, интересные моменты в нем будут, что сам сюжет будет целиком интересный. Мне еще также хотелось бы в нем, конечно же, увидеть профессионализм, снятый режиссерами, двумя братами. Еще вопрос? Спасибо, да. Хотелось бы услышать от вас напутствующие слова брянскому кинематографу. Скажите, пожалуйста. Желаю брянскому кинематографу, чтобы была не как основная сфера деятельности, допустим, организационная, да, если брать эту сферу, где люди, наоборот, пытаются друг другу ставить палки в колеса, делать гораздо хуже, не дают что-то сделать одному, потому что делать как-то делать самим, но у них самих что не получается. Чтобы это был коллектив более сплоченный, чтобы кто чем мог, тем помогал, чтобы вместе достигли хоть одного результата, хоть какого-то, хотя бы среднего. Для начала, понятно? Потом это все уводить на более высокий уровень. Не надо быть таким, да, что вот он будет делать, как это делаю не я, мне вот нет интереса никакого ни финансового, ни его идеи, но я могу чем-то помочь, не надо поэтому отказываться. Если можешь чем-то помочь, помоги, отмети что-то такого. Спасибо большое, приятного вам просмотра. Пожалуйста. Thank you.
люди использовать этого несчастного мальчика, чтобы несчастье стать свежим твоей бабушкой. Добрый вечер еще раз. Вот, мы хотели бы узнать, как вам понравился фильм, вообще понравился или нет, и какие у вас впечатления после него? Ну, фильм не понравился, потому что я ожидал проекта по качеству и по интересу ниже. Это альпийского фильма стоит немного ожидать, потому что у нас не сильно развито. Но то, что видел, мне очень понравилось. И... Я прям даже загорелся помогать нам, это и для следующих проектов тоже, потому что потенциал есть, потенциал довольно-таки большой, и грех было не развивать. Спасибо. А подскажите, пожалуйста, вы, может быть, увидели какие-то недостатки в фильме, там что-то так, что-то? Ну, техническая сторона, да. Опять же, это же бельгийский фильм, тут стоило этого ожидать. Конечно, хотелось бы, чтобы весь звук шел по черному микрофону, отдельно, чтобы не на камеру шел. Да. Вот. И другая сторона, это в плане актерского мастерства, потому что чувствуется, что где-то, может быть, мы же просто не прочувствовали люди сами вот момент. То есть где-то нужно, может быть, там больше волноваться, да, грубо говоря, даже дыхание. Потому что дыхание очень важно в такой момент. Да, человек волнуется, может, идет волнение такое сильное. Это мне как бы было заметно, и хотелось бы, конечно, если изменить, но уже что лучше. Ну, а так вам фильм в целом, в принципе, понравился? В целом понравился, да, потому что жанр очень сложный для английского кино, как ни крути, потому что актеры как бы все не профессиональные, так понимаю, да, то есть нет там какой-то школы. Вот, для такого... жанров. То, что получилось, это вполне себе достойно. Конечно, можно было лучше, но то, что есть, в общем, даже достойно. Спасибо. И вот последний вопрос нам будет. Понравился ли вам именно финал сам? Да, понравилось. Понравилось, потому что я пытался предугадать, что чем, в принципе, может закончиться. Был, несмотря на того, что кто-нибудь перейдет на плохую сторону. И, честно, мне, по моему характеру, очень хотелось, чтобы все умерли. Все. Ну, так тоже. Очень даже хорошо. Мне, в принципе, доволен тем, что увидел. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Скажите, пожалуйста, понравился ли вам фильм в целом вообще, и какие у вас были впечатления после просмотра? Ну, вообще, ребята, молодцы, конечно. Очень хорошо сняли, и очень хорошие актеры были. Вот, впечатления такие хорошие остались о фильме. Ну, вот, мне кажется, по времени было, конечно, мало. Но, да, ну, конечно, просто для первого раза это очень хорошо, я считаю. Вообще в целом очень хорошо все снято, ребята молодцы, и то, что мне понравилось, то, что ну, картина была так вот, что-то так вот менялась быстренько. Напряжение. Да. И вот, но то, что у них было немножко не говорили, просто у них язык был. Я имею в виду не то, что там у них как-то было, может, сценарий был написан, но вот язык был более такой, какой-то сленг городской и деревенский, какой-то смешанный. Да, смешанный. Скажите, пожалуйста, какие вы увидели в фильме вообще недостатки? Вот, может быть, что-то заметили такое, помимо вот сленга, там, со звуком что-то, может, так? Ну, в принципе, я в этом как-то не особо разбираюсь, да? Я как просто зритель. Ну, я думаю, для первого раза это очень хорошо, и недостатков я, вот, именно явных не увидела. Последний вопрос хотелось бы вам задать. А что вы скажете о финале? Понравился ли он вам, и чего вы от него ожидали вообще? Ну, я вообще, я думаю, там все так хорошо закончится. Оказалось, что все-таки он что-то задумал. Потом ему передали топор. Мне кажется, продолжение будет. Потому что прям финал вот это вот... Интригующий, как да. Будем... закончился. И... Точно обсуждать сценарий. Так что вы подумайте над этим. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.